Осторожно, жара. Температура в Беларуси продолжает бить рекорды и антирекорды. Статистика утонувших зашкаливает. За первое полугодие в стране утонуло 253 человека, из них 24 ребенка. В Витебской области утонуло 34 человека, 5 детей. В Полском районе уже зарегистрировано трое утонувших. Самая печаль, что наши родители берут своих детей на отдых и тем же самым не следят за ними, оставляют на произвол воды, на воде, а сами занимаются своими делами. Отдых на водоемах под градусом – одна из распространенных причин трагедии. И не всегда спасатели рядом. Есть и те, кто, рискуя жизнью, купается в запрещенных местах. По данным ОСВОД, в Полском районе находится 252 водоема, из них 191 официальный. Купаться разрешено только в проверенных водах, на территории которых расположены базы отдыха, лагеря. Запрещено купаться в Западной Двине, Полоте, карьерах в районе Лазовка. Поймают как минимум штраф, но страшнее оказаться в безвыходной ситуации. 70% утонувших – лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. И вы решили, что, как говорится, пьяному море по колено, так и они все могут, они у них на все силы хватает, но силы покидают. И поэтому очень много гибнет. Последний пример наш. В начале июля озеро Женское, мужчина в нетрезвом состоянии, пытался переплыть это озеро. В 70 метрах от берега он утонул, силы покинули его. Матросам-спасателям ОСВОД сейчас приходится быть особенно бдительными. К вечеру на водоемах паломничество купающихся, большинство детей. Причины утопления бывают разные. Обычно люди не соблюдают элементарную технику безопасности, игнорируют правила поведения на воде, купаются в нетрезвом виде, заплывают за буйки. Также можно утонуть и на пляже сомнительного вида, или там, где есть табличка «Купание запрещено». Службы спасения, медики предупреждают соблюдать особую бдительность в летний период. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.